такой замечательный день. Птички поют, цветочки благоухают. Согласен. Давай, Санс, не отставай. По проезжей части прошелся. Вот так вот. Все. Я подаю. Красава! Не, отлично. Итак, всем привет, и мы продолжаем ходить Underworld Battle. Да, это уже второй видос, второй видос с прохождением этой игры, и второй видос с прохождением по игре по Undertale, на которого вышло обновление. Да, как вы поняли, у этой игры вышло обновление. Так, давайте заценим. Так. Да. Появился третий эпизод «Начало приключения». Но я думаю, лучше начать с самого начала, ну, потому что мало ли кто помнит. Так, первый эпизод «Проникновение». Привет. Ты кто? Тебе скоро не нужна будет эта информация. Что ты намекаешь, чувак? Что такое? Не теряй бдительности, тебе следовало бы слушать Андайн, когда она давала тебе совет. Это было гораздо легче, чем мы предполагали. Спасибо тебе, Санс. Опа, Инк. Ты никогда не найдешь счастье в чьей-то временной линии, Кей. Опять ты, проваливай, или я уничтожу эту душу больше никакой... Ой, эту душу. Больше никакой пацифистской фигни. Чара, перестань дурачиться. Верни его душу, и тогда мы пойдем домой, окей? Отойди сейчас же. О, ты серьезно? Ладно, ты сам напросился. Санс, будь позади меня. Я попытаюсь сделать все быстро. Приветствую, игрок. Добро пожаловать в Underworld Battles. Сейчас я тебя научу, как сражаться в этой игре. Видишь эти полоски? Красная это ХП, белая это стамина, бирюзовая магия. Каждый игрок ходит по очереди. О нет, чар атакует первым. Уворачивайся с помощью души от его атак. Молодец, у тебя хорошо получается. Теперь наша очередь атаковать. С кем ты там разговариваешь? Тебя это не касается. У меня есть три атаки. Чернила, Бруми и чернильный гастербластер. Выбери чернила. Отлично, мы попали. Каждый раз, когда ты выбираешь атаку, твоя стамина теряется. Теперь снова такое чара. Ты можешь попытаться предугадать атаку противника, чтобы не потерять КП и восстановить стамину. Выбери одну из трех атак противника. Волна урона. Отлично, ты увернулся. Теперь ты знаешь, как работает стамина. Если твоя стамина будет низкой, ты не сможешь атаковать, поэтому экономия. Теперь расскажу, зачем нужна магия. Она позволяет усилить твою атаку. Чем сильнее атака, тем больше вероятность нанести серьезный урон. Этот индикатор показывает, насколько сильна твоя атака. Попробуй выбрать любую атаку и усилить ее. Допустим, ингибластер на тропе. Отличная работа. Мана восстанавливается, когда ты попадаешь по противнику или подходишь близко к атаке. Что значит подходить близко к атаке? Твоя душа... Когда твоя душа находится близко к получению урона, она загорается, видишь? Теперь атакую чара, попробуй предугадать атаку снова. Упс, похоже, чара решил атаковать тебя другой атакой. Уворачивайся душой. Кстати, атаковать не обязательно. Можно нажать X, чтобы пропустить ход. Это полезно, когда у тебя мало стамины. Попробуй пропустить ход. Отлично. Еще один момент. Противник не будет долго ждать твоего хода. У каждого есть 10 секунд на выбор атаки. Если время закончится, а ты не выберешь атаку, то ты пропустишь ход. Что ж, сыграем на время. Слушай, приятель, я не знаю, что происходит, но ты не принадлежишь этому месту. Тебе нужно прекратить это. Сейчас же. Пожалуйста, верни мне мою душу. Я уверен, этот художественный я тебе поможет. Окей, давай вернемся домой.
Я уверен, мы найдем другой способ, чтобы... Я всего лишь не хотел умирать. Просто... Мне нужна... Нам нужна собственная вселенная. Нет, стой! Это плохо. Так, проникновение кросс, начало приключения. Так, эпизод второй, кросс. Значит, тебя зовут Инг, да? Ага, приятно познакомиться. Ну так вот. Мне очень жаль, Сан. Не думал, что это может случиться. Не волнуйся, приятель. Я не мертв. Во всяком случае, пока. Не стоило мне засыпать здесь. Похоже, этот парень любит доставлять неприятности. Вообще-то, он впервые сделал нечто подобное. Он напуган с тех пор, как... Ну, это долгая история. Художественная версия Солнца хочет поговорить с кем-то. Слушать? Нет, проваливай. Слушать лучше. Ой. Видимо, он там хотел сказать, что мой брат скоро придет. Типа, не скоро, наверное, через полчаса. Ну, если я помню, с эпизода это было. Мой брат вернется через полчаса, так что позволь, давай рассказывай, типа, ну как так. Так ты хочешь узнать побольше о кроссе? Отлично! Прости за это. Ладно, все началось с обычной капли в далекой вселенной. Все казалось в норме. Твоя вселенная и тысячи вариаций продолжали существовать в гармонии. Внезапно я почувствовал появление новой вселенной. Очень мощное присутствие. Напоминало звук капающей воды. Я не мог сдержать волнения, так что отправился прямо туда. Я намеревался познакомиться с новым миром и его обитателями. Но там был... Но там было совершенно ничего и никого, кроме одного создания. Оказалось, те капли были его слезами. Он был очень напуган. Его разум был объят ужасом. Он заметил, что появился кто-то еще, то есть я. Вскоре лед треснул, и он назвал свое имя. Его звали Кросс, единственный выживший после пути геноцида без возможности сброса. Постой, если это была временная линия геноцида, то где человек, который его устроил? Вчера запечатан в его теле. А как это случилось, он никогда не рассказывал мне. Сначала они действовали как два отдельных существа. Но после моего визита и компании Кросс получил полный контроль над всей душой. Fresh Ink, yeah. Ну и было весело хотя бы, чего. Опа! Кросс своровал кисть у Инка. Однажды, когда мы рисовали, он поднялся. Он выглядел подавленным. Он сказал, что к нему в мир приходил странный ребенок и пытался уговорить его отправиться с ним к другим выжившим, как он. Он отказался идти, потому что был убежден, что его мир все еще жив. Кросс думал, что сможет все восстановить с помощью... Ой, с моей помощью. Но когда я сказал, что не могу возвращать мертвых к жизни, его лицо... И... О чем мы говорили? Что с этим парнем не так? Ну да, у Инка проблемы с памятью. Кросс, прошу, ты же знаешь, я не могу создать новый мир. Ты в порядке? Отвали от меня. Ладно, я пойду, Кросс. Просто не грусти, потому что... Ты мне как брат. Я не хочу, чтобы мой брат грустил. Инг, это ты? Опа! Эрор! Здорово! Здорово, глючный. Это место слишком велико для одного. Знаешь, это довольно эгоистично. Вот так вот. Забрал душу. Инг, Инг, почему ты защищаешь эту аномалию? Ты же знаешь, что больше не сможешь им помочь. Давай создадим счастливый конец для этой вселенной. Нет, это не твоя работа. Ну, я хотел по-хорошему.
Я за Эра играю, неплохо. Ин, не надо сопротивляться. Он все равно не жилец. Я не позволю тебе творить, что вздумается. Хороший ворот, игрок. Если тебе понадобится медленное движение, то нажимай Shift. Так, чернила. Да, на Shift замедляется, но я привык на X. Хорошо уклоняется от моих атак. Нужно применить мою специальную атаку. Мне надоели эти игры. Получай. Все. Битва закончилась. Я свободен. Нет, стой. Кросс, ты цел? Это плохо. Когда кто-то манипулирует монстром с помутненным разумом, их очень сложно остановить. Признаюсь, что не смогу остановить их сам. Я знаю, что это не совсем неправильно, но... Санс, мне нужна твоя помощь, чтобы найти Кросса. Пойдем со мной. Инксанс предлагает отправиться вместе с ним в приключение. На поиски Кросса. Отправиться, остаться. Ну-ка, остаться. Прости, приятель, но нет. Вообще-то, мне кажется, я смогу жить с этим. Меня это вообще не тревожит. О, ладно, я понял. В конце концов, это случилось по моей вине. Так что я сделал все возможное, чтобы все исправить и вернуть твою душу. Ну, мне пора. Желаю приятно провести время с друзьями. Вот так вот. Это довольно странно. Санс! О! А вот и Папайрус. Вот ты где, брат. Готов к нашему невероятному пикнику? Конечно. Пошли, бро. Так, второй эпизод закончен. Теперь третий. Начало приключения. Как раз... Новый эпизод. Ой. У нас получилось. Ха-ха-ха. Половина души оригинального Санса. Теперь у меня есть идея получше. Давай создадим нашу собственную вселенную. Нам не нужно жить в этом допотопном скучном таймлайне. Мы можем придумать кое-что поинтереснее. Но сейчас давай поглотим эту душу. Готов? Да. В чем дело? Неужели ты... Я не уверен, Чара. Ин пытался нам помочь. Санс отказался драться. Почему мы должны поступать так? Ты боишься дать мне свободу? Я сдержал обещание, Санс. Я обещал стать тебе другом. Темные дни закончились. Хоть ты сдался давно, но я нет. Я помогу тебе заново отстроить мир, что мы потеряли. Мы заслужили новую надежду. Это то, чего не хотели. Давай просто сделаем это. Вот так вот.
Ты же помнишь про то, что тебе говорил Инн? Значит, есть и другие альтернативные вселенные, а? Разве это не здорово? Пока ты проводил время со своим приятелем Инком, я решил проанализировать эти АВ. Есть множество миров, которые мы можем посетить. Но меня интересуют только некоторые из них. А ты умен для умирающего кусочка решимости. Прекрати хвастаться своей новой душой. Теперь скажи мне, как мы попадем в другой мир, если не знаем дороги? Да, в этом и проблема. Я не хочу бездействовать. Я хочу свой мир обратно. Хочу жить в гармонии, как они. Опа, Найтнер, здорово. Похоже, по какой-то причине ты несчастен. Нужна помощь. Можешь что-нибудь сделать с Инком или Эррором? Как грубо. Я предлагаю свою помощь, а ты задаешь мне такие глупые вопросы. Нет, я ничего не могу с ними сделать. Я нашел тебя благодаря твоим негативным чувствам. А позитивные чувства ты тоже можешь ощущать? Ха, зачем мне это? Тем, кто счастлив, и так хорошо. Моя помощь нужна созданием вроде тебя. Вот так. Миры пацифиста тоже не заслуживают счастья. Мне нравится твое намерение. Что ж, я могу дать тебе доступ к любой аве, какой захочешь. Куда бы ты ни пошел, я хочу, чтобы ты навредил кому-либо, только не физически. Ты знаешь, что мне. По рукам. Постараюсь быть осторожнее. А вот и Дрим. Найтмер? О нет, я опоздал. Я должен немедленно сообщить об этом Инку. Ладно. О, а вот и классический Undertale, так сказать. Ах, как же давно мы не собирались вместе. И то верно, причем такой большой компанией. Асгор, ну сколько можно там жарить свои королевские стейки? Не видишь, наш посол уже весь изголодался. Ха-ха-ха, кетчуп разлился. Ой, кетчуп разлила. Видимо, это бутылочка Санса была. Да, самое с прикола. Какой замечательный ей, все так веселятся. А ты что думаешь, Санс? Ну, остаться дома было бы... отбивкой! Ха-ха-ха, эй, папара, сгони-ка за кетчупом. Что? Я даже не знаю, где он продается. Это правда, лучше его одного не отпускать в магазин. Однажды он искал одежду в магазине супу. Вообще-то я как раз покупал суп, просто тебе не хотел об этом говорить. Ладно, я сам скажу. Еще чего, опять уснешь где-нибудь по дороге, а нам потом искать тебя? Так пусть тогда Фриск с ним сходит, наш посол не даст ему уснуть. Ну, хотя бы так. Фриск, сходи с Сансом в магазин за кетчупом. Я за тобой. Так, все, пошли. По идее сюда, наверное. Вон. Гармонии между людьми и монстрами. Так. Какой замечательный день. Птички поют, цветочки благоухают. Согласен. Это да. Супермаркет. Не работает, походу. Как так? Так, ладно. О, магазин МТТ закрыто. Блин. Так, это у нас магазин Мафи. О, привет, дорогуша. Добро пожаловать в мою пекарню. У нас сейчас действуют специальные цены, как у людей. Ну, хоть так. Маффин Мафи. Паучий пончик, паучий. Ну, давай маффин куплю. Спасибо, пауки. Не забудут вашу проявленную доброту. Скажи про пекарню, у тебя появился маффин, где твой питомец? Ох, тебя интересует наша пекарня, правда? Я уже занимался бизнесом в подземелье и довольно успешно. Мне хватило денег, чтобы прикупить эту скромную лавку. Но нам здесь не тесно. Мои милашки работают сейчас над выпечкой в другой комнате. Так как некоторые люди боятся пауков, то мы не выставляем их на показ. А то эти люди могут, раздавить их. Ненавижу таких людей.
Была бы моя воля, я бы уже давно их связала и отправила на корм моему питомцу. Хи-хи-хи. Кстати, а где он? Он сейчас гуляет на заднем дворе. К людям я стараюсь его не подпускать, так как они очень аппетитно для него выглядят. Хи-хи. У тебя появился маффин? Верно. Ох, это моя настоящая гордость. Я добилась такого сочетания вкусов, от которого даже человек не устоит. Теперь мы его делаем чаще всего. Наши клиенты очень довольны такой выпечкой. И тебе стоит это попробовать. Покупай, милочка, не стесняйся. Ну я уж купил. Еще увидимся. Так, ладно, надо кетчуп купить. О, дога, здорово. А вот и кетчуп. Неплохо. Добро пожаловать в магазин кетчупов. Чем могу помочь, господа? Ух ты, классный магазин. Нам нужен кетчуп. О, не проблема. Подходите, я вам покажу свой ассортимент. Эй, малой, можешь купить мне этот лимитированный кетчуп за 20 монет? Не волнуйся, я верну тебе. Ты же знаешь, я в долгу не остаюсь. Я вас слушаю. 20... Так, 20 монет. О, как раз. Благодарю за покупку. Так, сырный соус с горчицей. Просто кетчуп. Ну и кетчуп обычный куплю. Чего? Ну все. Как тебя зовут? Расскажи про свой магазин. Что ты думаешь о монстрах? Так, как тебя зовут? Меня зовут Дина. Приятно познакомиться. Приятно. Так, расскажи про свой магазин. О, юноша, не часто меня спрашивают такое. Ну, раз уж ты спросил, слушай. Этот магазин – мое наследство. Здесь мои предки готовили свои фирменные соусы. У нас самый лучший кетчуп во всем городе, поэтому к нам частенько заглядывают посетители. Мы готовимся сами. Я сейчас работаю на кассе, а мой брат на кухне. Каждый день мы меняемся ролями. Я думаю, у тебя не осталось сомнений, что надо брать кетчуп у нас. Это да. Так, что ты думаешь о монстрах? Ну, они довольно интересно выглядят. Монстры также... Ой, монстры тоже заглядывают в мою лапку, но реже, чем люди. А вообще, я к ним отношусь хорошо. Вот только я начал часто видеть пауков на улице. У меня даже нет сомнений, кто их столько сюда приволок. Ну ладно. Арриведечи, до скорого. Ну все, кетчуп куплен. Риск 60 кп из 60. Стамина 100, урон 50, монет 4. Ну понятно. Так, ладно, на shift бегать у нас. Давай, Санс, не отставай. А, по проезжей части прошелся. Вот так вот. Все. О, есть. О, а вот и они. Отлично, принесли кетчуп. Даже спасать не пришлось. С извращением. Фриск, присаживайся, твой стейк уже готов. О, отлично. Время играть в волейбол. Не, ха-ха. Наконец-то, идем. Я подаю. Красава. Не, отлично. Так, на Z значит бить. Угу. Подай, давай, отбиваю. Е-е-е. Молодец, Фриск. Команда по парсу, команда онлайн, значит. На! На, ну... Гол! Вот это я понимаю. Есть. Ну-ка! Молодцы. Понимаю. Есть! Гол! Гол! Отлично! 4-1! Так, ловлю, ловлю! Есть! Так, Санс, подавай! Ха! У вас аут! Ну ладно! Не, мне нравится, как попарс тут выглядит. Аут. Да ё-моё. Ну. Гол. Ну хоть не аут. А Санс просто стоит на месте и всё. А, нет, кажется, все окей. Давай.
Хорошо. Ау. Эй, Альф, соберись. Прости. Так, 7-4. Да ну! Мы так проиграем. Такое ощущение, что головой отбиваю, а не руками. Ну-ка! Да ну блин! Почему я должен бегать-то? Так, ладно, но тут я не заметил вообще. Опа! Семь семь у нас. Тихо! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Вы издеваетесь. Так, попарус, красава. Вот это портануло. Блин. Альфис забила. Да, молодец, спасибо. Спорим, что моя команда выиграет эту подачу. Ха, чего такая уверенность, Андайн? Ты не знал, но мы тренировались весь день, чтобы одолеть вас, лузеры. Наша команда непобедима. Ну, держись, Папайрус. Ну-ка, давай. Ах ты ж. Фаталити просто. Опа. Гастеры. Санс. Ты в порядке? Вот эта подача, конечно, была. Прости, я отрубился. Возможно, мне нужен перерыв. Как считаешь, бро? Конечно, брат, но не засыпай. Ты нам нужен, чтобы выиграть. Окей, бро. Капец. Ты в порядке, Санс? Скоро вернусь, Тори. Ё-моё. Не думаю, что я настолько сильно шибанула по Сансу, что он расклеился. С ним все будет в порядке. С Сансом явно что-то не так. Я это чувствую. У него совершенно другое настроение. Если хочешь узнать мое мнение, я заметил, что Санс сегодня ведет себя странно. Каждый раз, когда я встречал этого скелета, от него веяло позитивной энергией. Но сейчас переживания Папайруса могут быть действительно оправданы. Что-то я переживаю за Санса. Никогда не видел вот такого унылого. Можешь сходить проведать его? Бедный Санс. Похоже, он сильно получил по голове. Только не понимаю, зачем он ушел. Лучше бы полежал, отдохнул, чтобы восстановить силы. Видимо, его все же... Ну, как это сказать? Беспокоится он все-таки за то, что ему половину души отобрали. О, вот он. Инг, ты там? Ну же, приятель, ответь мне. Санс? Кто такой Инг? Я могу рассказать плохую шутку, чтобы объяснить это. Но в этом нет необходимости. Ничего важного, малой. Я вижу, что с тобой что-то не так, малой. Ух, неловко вышло. А вот и ты, Инг. Я решил пойти с тобой. Что? Ты серьезно? Привет, дружище. Инг, почему Санс должен уйти? Полагаю, я должен тебе все рассказать. Наверное, кое-кто не хочет ее слушать, так как он уже все видел. Ты про меня? Ладно, не буду мешать. Все, ушел. А, не, он просто отошел, чтобы порисовать. Санс, я должен пойти с тобой. Прости, малыш, ты должен прикрыть меня, пока я отсутствую. Остальные посчитают это странным, что спустя столько времени я перестал быть ленивым. Поможешь мне в этом, хорошо? Обещай, что вернешься. Ты же знаешь, я ненавижу давать обещания, но я попытаюсь. Уж попытайся. Может, тебе дать что-то с собой? Медальон, маффин. Вон, кетчуп я ему обещал дать. Купить себе. Точно, спасибо, Фриск. Ну-с, пора выдвигаться. Пожалуйста, позаботься о себе. О, медальон дал. Потому что...
Потому что кое-кто действительно заботится о тебе, да. Ну вот и весь сюжет. А теперь давайте заценим персонажей. Да, вот добавили. Так, ну вот Pink, Air, Classic, Foil, Swap, Sunswap, Papyrus. X-Shar и Cross уже были. А, ну еще вот этот Green. И вот добавили сколько? Пятерых. Dream, Nightmare, Papyrus, X, Анастасия и Jail. Если четырех я знаю, кто это, то X, Анастасия вообще не знаю. Ну, может, в каком-нибудь Tixtail эпизоде она была, или просто свое там кто-то придумал. Ну, автор, в смысле. Так, ладно. Значит, художник, уничтожитель. Вот. Dream. Хранитель позитивных эмоций. КП 120, стамина 120, урон 5, восстановление 25 стамины. Автор Джоку, саундтреки Valiant Heart. Nightmare. Твой худший кошмар. КП 120, стамина 120, урон 5. Восстановление 25 стамины. Автор Джоку, саундтрек Black Apple. Вот Black Apple мой любимый саундтрек в Underverse. Papyrus. Не-ха-ха. КП 120, минус 20, урон 6, восстановление стамины 25. Автор Тоби Фокс, саундтрек Бонд Россел. Вот, X Анастасия. Порхающее чудо. КП 90, стамина 150, урон 6, восстановление 20 стамины. Автор Анастасия Колор, саундтрек Forgotten Creation. Ну, то есть автор Анастасии и создала себе в виде X-тейла. Ну и Джевил. Хаос, хаос. КП 120, стамина на 100, урон 5, восстановление 30, стамины. Автор Тоби Фокс, саундтреки, ну, саундтрек The World Revolving. Так. Посмотрим локации. Зимний лесопарк. Вроде его не было. Underfall Snowden. Тоже не было. Ну, прикольно. Ну, или был лес зимний, не помню. Ну, короче, добавили Underfall Snowden. Я его и выберу. Саундтреки. Так, самый первый этот город. Бонд Россел. Прикольно. Black Apple. Моя любимая. Бонд Шейк это Underswap Sans. Это им. Тема Кросс. Дизапоинтмент. Цицицегар, это вроде тема фреша, если я не ошибаюсь. Да, это фреш. Это эррор у нас. Это кросс вроде бы, если я не ошибаюсь. Это X-чара. Вайлен Харт. Ну, это понятно. Короче, выберу Бонд Россел. Все. Так, скины теперь проверим. Да, вот добавили новые скины. Значит, Инк. Обычный рождественский с рогами. Сгусток. Нифига себе. Так, это у нас Тон 619. Ну, наверное, 19. Не знаю, может 18. Так, ладно. Ледяная кровь. Нифига. И колдун. Хэллоуинский, в общем. Эррор. Обычный, новая одежда. Лорд. Антипиратство. Ничего себе. Без текстур. И марионетка. Так, классик. Обычный. Санта Клаус. На велосипеде. Промист. О, это я знаю, да. Ребенок. И Санес. Неплохо. Так, обычный убийца. О, это этот, как вы, из пятницы 13-го убийца. Джефф вроде. Или, ну, короче, из пятницы 13-го маньяк был. Тыквенный ад. Эхо. Флорфелл экипа. Ладно. Старый образ и фокусник. Так, свап санс. Обычный гирлянда
Лялька Вуду. А. Ну, он мне почему-то напомнил Санса из Баттон Тейл вроде. Это такая Андерсвап версия Алисы в стране кошмаров. Ой, не Алиса, а как? Каролина. Вот, Негатив и Баскетпро. Баскетпро. Так, Свап Папайрус. Обычный, рождественский, измененная реальность. На Фелсвап похож. Вор и конфета. Так, Икс-Чара. Обычный, хорождественский, Магма и Скорпион. Кросс обычный, пурпурный, детектив. Это уже прям не кросс, а этот, как его? Мафия Тейл Санс. Ладно. Событие X и самурай. Прикольно. Так, Дрим обычный и хранитель снов. Ладно, прикольно. Так, Натмер обычный, мороженое и меха. Папайрус обычный и пугало. Понятно. Так, Грин обычный, взломщик кода, рождественская елка и диджей. Диджей круто выглядит. Так, Икс Анастасия обычная и демон. Ну и наконец Джейл обычный и Арлекин. Ладно, обычно вот, выберу Папайруса и, наверное, Джевила. Так, один раз сыграю и все. Это их. Нифига себе, сколько раз я увернулся, это так. Вот я надеюсь, что добавят скин Underfall Санса. Ой, Underfall Папайруса. Может, не как персонажа, но хотя бы как скин. Или даже Дисбелива, во. Было бы прикольно. Какой Дисбелив Папайрус. Chaos, Chaos. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Танцовывается как, а? Так, тихо. Я должен победить его быстрее. О нет. Только не это. А, это финальная атака? Финальная, специальная. Нифига, гитару даже прибавили. I can do anything. Блин, я проиграю сейчас. О, специальная атака. Да блин. Ай. Офигеть! Блин. Нифига анимация. Так, ну достижения по-любому еще добавили. Но я на одну вроде прошел. Ну, с новыми персонажами я имею в виду. Да, вот. Победить Дрима? Мир погрязнет во мрак. Здравствует свет, победите Найтмар. Голову с плеч, победите Папайруса. Подрезать крылья, победите Икс Анастасию. Порядок, порядок. Победите Джевила. Ладно. Ну что могу сказать. Обновление прикольное. Мне вот очень понравилось именно, ну, то, что добавили Папайруса, вот. Жаль, конечно, скинов мало, только вот хэллоуинский. Но в любом случае, прикольно. Еще вот тема прикольная по Папайруса. Ну и локация Underfell. Вот. Ну, надеюсь, вам тоже понравилось обновление, как и мне, но может даже больше. Ну и надеюсь, вам понравился этот видос. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. Ну и пишите в комментариях, чтобы еще снять видео. Также
В описании вы найдете ссылки на мой Telegram, новую группу в Телеграме, на мой Телеграм-канал с вашими фанартами, где вы также можете скидывать свой фанарт. И я уже выложу на этот канал. На мой Рутюб, Яндекс.Дзен, на мой SoundCloud, Boosty, ну и также на ордовский документ с видео на заказ, если вы захотите вдруг. Ну, а на этом все. Всем спасибо, всем пока.